В нашем паркинге есть помещение, в котором сконцентрированы все системы управления паркингом. Для того, чтобы новая управляющая компания, которую мы выбрали на общем собрании собственников, вступила полностью в свои права, мы должны запустить ее в это помещение. Однако двери забаррикадированы. Нашу собственность захватили. Что мы нет, тут с кем-то спорим? Давайте ее освобождать. Где, ребята, где болгарка? Давайте будем скрывать. На паркинге неизвестный мне человек начал махать палкой, вот, и попал, ну, палка, даже можно сказать, черенок от лопаты была большая, вот, он начал махать и попал мне в руку. Я сначала не заметил этого, а потом через какое-то время боль дала о себе знать, вот, сейчас вот ждем медиков. Никаких силовых, рейдовских, ничего. На основании договора о территории комфорта была передана данная автостоянка управляющей компании Parking Fine. Честно, балаган. Собралось очень много людей, пригласили телевидение, полицию. Я, честно, мимо проходил, вскрывали дверь болгаркой. И не могу прокомментировать. Когда пошла вот эта история с вышибанием дверей, со вскрытием дверей болгаркой, возможно, они в соответствии с какой-то инструкцией своей стали там... Поливать газом? Ну, они стали предпринимать какие-то действия, да? Нападать на женщин и газом из окошек. То есть я ни в коем случае не поддерживаю такие действия, что с одной, что и с другой стороны.